Всем привет! В эфире «Континент». Меня зовут Игорь Царский. Сегодня у нас очередная встреча с экономистом, нашим экспертом, общественным деятелем Андреем Илларионовым. Я, Игорь Царский, моя коллега Елена Пригова. И Андрей, приветствую вас. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Елена. Я хотел бы начать с печальной вести. Наш сегодняшний разговор, не могу об этом не упомянуть. Ушел из жизни пятницу прошлую большой друг нашей редакции, нашего континента, участник процесса нашего, он напечатался, он и бывал в эфирах, старейшина наш Юрий Тувин. Так случилось, что я буквально за неделю до его ухода был у него в гостях, буквально такая была короткая встреча, но вот... Хотелось, конечно, чтобы его 94-летие состоялось, но, увы, до своего 30 сентября он не дожил. Но светлая ему память, и я думаю, что какие-то материалы, которые с ним были сделаны, наши читатели, наши зрители смогут посмотреть в любое удобное для себя время, ну и оценить значение этого человека. И вообще... Действительно, возможно, и такой хороший пример надо всегда иметь в виду. Это был настоящий борец. Ну, а сейчас мы уже перейдем к нашему... Игорь, спасибо вам за то, что вспомнили Юрия. Я должен сказать, что человек продолжает жить просто в другом существовании, в другом виде, до тех пор, пока о нем помнят, пока о нем вспоминают, пока о нем говорят, пока смотрят на то, что он сделал, читают то, что он написал, пользуются тем, что он создал. Вот до тех пор, пока это происходит по отношению к тем, кто раньше ушел физически, они существуют с нами в другой ипостаси. И этим делают нашу жизнь богаче, безопаснее, умнее, комфортнее. И это память о тех, кто был с нами и кто был до нас, кто хранится. Это одна из важнейших черт, отличающих западную цивилизацию от других цивилизаций. Да, совершенно точно. Ну, ладно, условную минуту молчания мы будем считать, что провели. А теперь, Лена, наша повестка сегодняшнего разговора. Пожалуйста, начинаем. Я иногда задумываюсь, вот когда такие люди уходят из жизни, им отведена была жизнь до определенного момента. Дальше вот этот момент, который переворачивает очень многие вещи. Мы говорим о прошлом и настоящем. Когда я вижу современную Америку и вижу то, что происходит в современной Америке, мне всегда, знаете, такое ощущение, что машина времени меня назад в будущее везет. Вот в том состоянии, в котором мы находимся. Когда я слышу то, что предлагают нам наши политики, американские, демократические, мне хочется опять напомнить о Советском Союзе. И сегодня мы говорим о том, что предлагает нам Камала Харрис в ее экономической составляющей. Кандидат в президенты США, Демократическая партия Камала Харрис пообещала американцам снизить стоимость жизни, если она выиграет предстоящие выборы. Каким образом она собирается снижать стоимость жизни, которую они же и подняли, которую они же изменили? Она хочет, она говорит, что экономика США на сегодняшний день самая сильная, но многие граждане еще не чувствуют такого прогресса в своей повседневной жизни. Вот многие граждане – это мы не чувствуем этого прогресса. И говорила она об этом 16 августа во время своей предвыборной речи и встречи со сторонниками, ее сторонниками в Северной Каролине. Если анализировать то, что она говорила, она очень заботится о среднем классе. О среднем классе, который они хотят повысить уровень жизни среднего класса и вообще сделать так, чтобы в Америке все были средним классом. Предварительно уничтожив этот средний класс. То, что мы наблюдаем последние годы. А что вы заметили, Андрей, из вот той речи, что
вам, скажем так, запало, что несъедобно, и как нам жить дальше с этой экономикой? От Камалы Харрис. Ну, во-первых, наверное, надо сказать о том, что это, наверное, первое сколько-нибудь такое программное выступление Камалы. То есть до этого ничего подобного не было, и после этого ничего подобного не было. Может быть, вот на нынешней конвенции Демократической партии будет еще какое-то выступление, на которое можно будет ссылаться, на которое можно будет смотреть, анализировать и делать какие-то выводы, но на сей момент, кажется, это единственное сколько-нибудь последовательное изложение того, что, собственно говоря, не она, а ее команда, с ней все понятно, но то, что они собираются предложить американскому народу и что они собираются осуществлять, притворять в жизнь в том случае, если случится это несчастье. На что бы я обратил внимание? Первое. В одном из там комментариев она сказала, это мой план на первый президентский срок. То есть... Собственно говоря, они не скрывают, что они планируют брать власть не на один срок, а на два срока. Ну, а поскольку господин Обама заявил о том, что он будет помогать Камале, то, значит, учитывая два срока значит, Обамы, срок Байдена, планируемые два срока Камалы, а потом очередного там Вальца или кого-то еще, кого они назначат, то есть... Они, как и говорилось, как и заявлялось и анализировалось, они пришли навсегда. Ну, они хотят, чтобы они пришли навсегда. Они не скрывают этого нисколько, они прямым текстом заявляют, да, мы пришли сюда навсегда, мы не собираемся оттуда уходить. Вот это первое, самое главное, что мы должны иметь в виду. И должны иметь в виду наши зрители, слушатели. Вообще, эти граждане не собираются никуда уходить. И собираются пользоваться всеми инструментами для того, чтобы остаться. Какими инструментами они собираются пользоваться? Вот и это выступление Камалы, и выступление Байдена, вчерашнее выступление на конвенции, в очередной раз показало, вот, вообще для меня, как может быть и для вас тоже, как человека, выросшего в Советском Союзе, поражает та беспардонность, безапелляционность, какой они лгут. Но просто вот врут и манипулируют. То есть вот мы выросли с некоторым представлением о западном обществе, в котором соблюдаются определенные правила поведения, и это действительно была характеристика западного общества в течение длительного времени. Но вот это, даже не знаю, как правильное слово поэтому сказать, группа мошенников, которые постоянно занимаются этим делом, у них нет никакого просто элемента, никаких сдерживающих инструментов. Потому что вот постоянное выступление, там, она рассказывает, вот я буду это делать это, а вот Трамп собирается то-то и то-то. Все, что она сказала о Трампе, является ложью. Ну, просто прямой ложью, потому что Трамп никогда этого не говорил. Говорит, Трамп собирается повысить налоги на это. Трамп собирается повысить налоги на это, на это, на это. Но Трамп никогда этого не говорил. Он никогда под этим не подписывался. Этого даже нету в программе 2025, на которую Камала регулярно ссылалась. Программа 2025 есть, там этого нет, но даже по отношению к программе 2025 Трамп сказал, он познакомился, говорит, да, есть такая, узнал об этом, говорит, нет, вообще, но Трамп никогда не делал того, что называется endorsement, поддержать, согласиться, оправдать, сказать что-то, да, действительно, я с этим согласен, нет, ничего этого не было. Вообще, и вот с легкостью необыкновенной и Байден, и Камала, и остальные приписывают своим политическим, идеологическим и прочим противникам ну, просто абсолютно ложные вещи. И никто из той самой демократической партии, которая, в общем, до определенного времени, в общем, была, в том числе содержала довольно много приличных людей, никто не находит ни смелости, ни силы сказать, подождите, но это ложь. Давайте будем бороться с нашими политическими, идеологическими и прочими противниками честно. Говорит, мы не согласны с ними с тем-то, по таким-то вопросам, по таким-то и таким-то позициям. Вот так-то и так-то. Это было бы нормально честно, потому что даже с точки зрения нормальной, стандартной, классической позиции Демпартии, есть многие вещи, которые можно было попытаться отстаивать. Для этого не надо опускаться на дно и черпать эту грязь полным ботинком, чем они и занимаются. Ну вот... Стиль, какой стиль, такой есть, ну, собственно, какие граждане. Ну, а что говорится, что касается содержания, ну, тут можно бесконечно, кстати, обсуждать, но вот вы сказали о том, что она собирается понизить стоимость жизни.
Ну вот я сейчас просто проверил там последние данные. Стоимость жизни, ну, собственно, сам определяется прежде всего. Главное, это динамика инфляции. Вот динамика инфляции – это, собственно, изменение при прочих равных условиях стоимости жизни для отдельного гражданина, для семьи, для всей страны. Что было при Трампе? Вот при Трампе, когда он заступил, инфляция была свыше 2% ежегодно, опустилась к 2019 году до 1,4%. Я специально, надо прямо сказать, при анализе сравнения вот Трампа и Байдена, Байдена-Харрис, нужно исключить два года. Соответственно, последний год Трампа, 20-й, и первый год Байдена, 21-й. Потому что на все макроэкономические показатели этих двух лет, соответственно, 20-го и 21-го, невероятное влияние оказал ковид. И там действительно все показатели пошли в разнобой, и там это упало, там это выросло. И нормальный, более-менее объективный, честный анализ требует исключить из анализа для Трампа последний год 20-й, для Байдена первый 21-й. И анализировать периоды, когда ковид не оказывал влияния, соответственно, первые три года Трампа и последние 2,5 года Байдена-Харрис. Что мы видим? В эти первые три года Трампа инфляция была снижена до очень низкого уровня. 1,4% – это даже по американским меркам это очень низкий показатель. Что произошло затем, уже после того, как закончился ковид? При Байдене-Харрис инфляция подскочила до 9,1% в годовом измерении в июле 2022 года. Она подскочила не случайно. Она подскочила именно потому, что администрация Байден-Харрис накачала американскую экономику необеспеченными деньгами, которые, вылившись на рынок, на потребительский рынок, на оптовый рынок, на все рынки, привела к фантастическому беспрецедентному росту инфляции. Последний раз такой уровень инфляции наблюдался в 70-х, в начале 80-х годов в Соединенных Штатах Америки. Такой инфляции не было 40 лет. Именно к этому привела деятельность вот этой администрации. Сейчас она снизилась, это тоже правда, с 9,1% до 3%. Это последняя величина в июле 2024 года. Но вот эта величина 3%, она по-прежнему в 2 с лишним раза выше, чем та инфляция, которая была в конце 2019 года при Трампе. Насколько вырос уровень цен и, соответственно, та самая стоимость жизни, с какой решила бороться госпожа Харрис вот за период деятельности Байдена, этой администрации Байдена-Харрис? Собственно говоря, она об этом и сказала. За этот период цены выросли на 50% на основные продовольственные товары. И она, не стесняясь, перечислила некоторые группы, которые действительно, если в целом там можно по-разному считать это на инфляции, но основные группы товаров и продуктов, цены выросли на 50%. Чья заслуга? Байдена, Харрис. Теперь главный вывод, собственно говоря. Как с этим можно бороться? С этим можно бороться только, собственно, самым главным способом. Обеспечивать экономический рост, не обеспеченный денежными вливаниями. Ничего про то, как это сделать, и что вообще она собирается об этом делать, и что вообще она об этом думает, и вообще ее советники что-то об этом говорят, этого ничего нет. Все, что она говорила, это говорило как раз об увеличении денежного предложения, говоря языком экономистов, соответственно, об увеличении денежной накачки, результатом которой может только одно – увеличение денежного предложения, увеличение темпов инфляции. Но это еще она усугубила, конечно, мерами, которые оказались в центре внимания, и неудивительно в центре внимания, потому что она рассказала, что будет контролировать цены. Но вот здесь вот уже надо прямо сказать, что контроль за ценами – это вообще эпоха, так сказать, вот испытанная в таком массовом порядке во времена военного коммунизма, а потом, соответственно, Советского Союза, советская экономика, коммунистические экономики – это нахлебались этого свыше крыши. И после этого к этому уже никто ни в одной серьезной стране не возвращается. В Зимбабве отказались от контроля над ценами. В Зимбабве. И вот теперь, так сказать, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, не кого-нибудь, Соединенных Штатов Америки, предлагает вести всеобъемлющий контроль за ценами. Ну, вы знаете, такого даже вот при Оруле, еще Орел это мог писать, но это касалось фантасмагория,
и это выходили из трагедии Второй мировой войны, когда действительно в силу того, что война шла, и действительно многие товары подвергались ценовому регулированию, но это была совершенно другая эпоха. И вот теперь после практически столетнего опыта, который везде, во всех случаях, на всех примерах, во всех странах, во всех обществах показал, что это тупиковый путь, ведущий к разрушению не только уровня жизни, вообще какой-либо ткани, нормальной ткани общества, у нас появляются кандидаты в президенты, нынешний вице-президент Соединенных Штатов Америки, который прямым текстом несет эту поразительную чушь. Да, это вы вспомнили Оруэлла, ну, действительно, его сейчас пытаюсь иногда перечитывать, но такое ощущение, что вот, не то чтобы он предвосхитил, это мы много говорили, но даже его фантазии не хватило бы на то будущее, которое он рисовал. Ну, конечно, он рисовал там в своем произведении еще 20 век было, мы же уже в 21-м. Андрей, ну это что хотелось бы спросить действительно, почему, на ваш взгляд, та самая прикормленная, та самая левая пресса, которая всегда поддерживает с большим энтузиазмом любую ложь и глупость, неожиданно для меня, по крайней мере, вдруг окрысилась на вот эти самые вот речи Камалы Харрис? Что случилось с Вашингтон Пост и другими? Они вдруг начали активно критиковать. Как вы считаете, почему? Я, честно говоря, не видел этого, поэтому тут не могу сослаться на то, что я это видел. Но если они это сделали, то это означает, что даже вот в этих условиях, даже в условиях такого безумия и в условиях предвыборной кампании, когда, собственно, каждое выступление считается как бы гол в свои ворота или гол в чужие ворота, даже в этой ситуации, по крайней мере, видимо, какие-то авторы даже такого рода СМИ понимают не просто там тупиковость, не просто безумие, а абсолютно разрушительный характер этих предложений. И они, возможно, может быть, более рациональное объяснение заключается в том, что они опасаются, что подобного рода тезисы, подобного рода лозунги в устах Камалы приведут к тому, что значительная часть потенциального электората, который при прочих равных условиях готова была бы проголосовать за Камалу, отвернется от нее. И поэтому это как бы последняя попытка в прыжке оттянуть вот эту безумную Камалу от края пропасти, потому что она с таким воодушевлением, энергией и бесшабашностью несется на этот край, что готова утащить с собой и всю демократическую партию. Ну, ни для кого не является секретом, что по вот общему индексу голосования она оказывается самой левой во время того, когда она находилась в Сенате, с Берни Сандерсом. И непонятно даже, кто из них более левый, Берни или она. Ну, в общем, они рядышком идут. То есть это какие-то крайние. То есть, ну, таких людей даже в какое-то время, некоторое время тому назад, даже в российском парламенте было таких лиц не так много. И даже, ну, как бы, а тут это не просто в Сенате, а еще и кандидат в президента Соединенных Штатов Америки. Так что, возможно, это просто попытка спасти компанию и не допустить того, чтобы другая сторона, республиканцы, да, в общем, и в целом значительная часть даже, я бы сказал, такой политической середины Соединенных Штатов Америки, с изумлением услышавшая о такого рода предложениях Камалы, похоронит ее участие в этой кампании. Дело в том, что критиковала такое издание, как Washington Post. И другое издание, New York Times, написало, что переворот остается переворотом. Они имеют в виду вот этот партийный переворот, при котором ушли фактически Байдена, его шантажировали, он согласился уйти и не участвовать в президентской гонке. И вместо него сразу появилась Камала Харрис в качестве первой. Если мы послушаем любые передачи Алана Дершевица, мы послушаем передачи Джонатана Тёрли, мы послушаем Левина, все
все эти передачи посвящены тому, что она не имела права получить этот эндорсмент. Почему? Потому что за нее не проголосовало 0,0% тех избирателей, которые должны были проголосовать. Она получила корону в наследство, перевернув карты Байдена. Но теперь мы имеем дело с тем, что мы имеем, и ее же партия продолжает продвигать. Я хочу остановиться на теме, которую она предложила. Это сильный средний класс. Каким образом в этих условиях, когда у нас нерегулируемая совершенно нелегальная миграция, которая вытаскивает миллиарды, триллионы уже из карманов американских налогоплательщиков, именно из того среднего класса, который платит налоги. Каким образом можно восстановить и сделать средний класс, когда этот карман становится безразмерным, внешний долг растет, и чем это может закончиться? Знаете, я бы обратил внимание даже не на то, какую политику она предлагает. Можно это обсуждать, насколько действительно работает на средний класс, не работает на средний класс. Это как бы обсуждаемо, мы немножко начали затрагивать это, и, безусловно, к этому еще вернемся и мы, и ваши другие собеседники. Я бы хотел бы обратить внимание на вот на что. Ее выступление само и сама программа является, как говорится на английском языке, divisive, разделяющий, так сказать, расталкивающий и создающий противоречия внутри американского общества. Вот это тот редкий случай, когда вот просто действительно сравнивай выступление ее с выступлением Трампа. Опять-таки, оставляя в стороне, какая реальная программа и реальная политика осуществляется тем или другим. Трамп все свои эти выступления в последнее время, особенно на конвенции, прямо сказал, что говорит: я собираюсь быть президентом всех американцев. Ни в коем случае, да, естественно, мы республиканцы, мы, но не забываем и о демократах, и независимых, и о других. Я работаю на всех. Камала намеренно пытается разделить американское общество на части. Вот это то, чем занимался Обама во время своего президентства, когда пытался разделить американское общество по расам. И пытался создать как раз расовые проблемы и такой, так сказать, ненависть одной части американского общества другому. Именно этим занимается сейчас Камала. Она пытается противопоставить средний класс богатым и де-факто другим, в том числе и более бедным, кто не относится к среднему классу. И она говорит: вот я средний класс, а вот все другие, а что все другие? И этим самым она как бы в очередной раз демонстрирует свою вот эту большевистскую повестку, в которой, опять-таки, неважно, это относится к тому, если там oppressed, так сказать, угнетенные и угнетатели, есть, значит, богатые или бедные, есть люди одного цвета или другого, все время идет противопоставление. Это вся политика и Обамы, и Байдена. Байдена, кстати, то же самое, когда он проводил эту кампанию 2020 года, было то же самое. Он тоже противопоставлял, но Камала делает это еще более ярко, более выпукло. То есть это кампания, это политика на разделение американского общества. И что только и подтверждает, ну, в общем, большевистский характер. Большевистский характер, по сути, не объединительный, а разъединительный характер этих действий. Вот идет съезд Демократической партии. Я начну, Лена, наверное, потом продолжит с цифрами, если ты не возражаешь, да? Так вот, там мы уже в преддверии этого съезда много чего читали, что это будет незабываемое для кого-то мероприятие, ну, а для кого-то проходное, а для кого-то важнее может быть не то, что там происходит у них в зале, а может в кулуарах, а вот что вокруг. Вот для меня как-то вот то, что вокруг, более красочно и более ярко и более наглядно показывает, во что сейчас мы превратились. Мы, американцы, здесь живущие и наблюдающие вот этот весь беспредел. И наводит на мысли очень такие нехорошие, печальные.
на самом деле. Хотя мы видели и на прежних съездах сжигание американских флагов и прочее, прочее. А вот, Лена, наверное, ты сможешь дать цифры, сколько съехались и так далее. И тогда мы это обсудить сможем. Я могу сказать так. Я следила вчера, целый день пыталась увидеть вот этот съезд. Съезд начался вечером. Они все время вечером работают. То, что меня поразило вот эта толпа беснующаяся, которая мне очень напомнила вот ту антифу, которая была в 2020 году. Но на сей раз они под флагами Палестины кричали об антифаде. Эти американцы пришли на съезд американской партии демократической, которая отгородилась от своих же избирателей, потому что это они взросшены этой партией. Вот это орущие антисемитские лозунги толпа, предлагающая аборт тут же прямо на месте, предлагающая изменение лица нашей страны в угоду меньшинствам. У нас меньшинство теперь решает все. И ради меньшинства они готовы уничтожить страну. Но больше всего, конечно, мне понравилось принуждение, антисемитские принуждения, которые звучали. 160 тысяч собралось. Я завтра буду об этом. Со всей страны, да? Со всей страны 160 тысяч. И они приехали не просто так. Они получили сообщение по телеграмму. Вот этот телеграм, там специальный app есть, который позволяет им получать все сообщения. И по этому принципу работали все группы студенческие, которые устраивали вот эти погромы и занимали университетские территории. Это прохамасовские абсолютно движения. И поэтому мы сейчас говорим о скоординированной ситуации, когда координация проходит через тот же Телеграм. Телеграм принадлежит российским спецслужбам. И Телеграм, точно так же, как ТикТок, внесены в категорию, скажем так, недружественных. Их хотят закрыть на территории США. Мы имеем пятую колонну неизвестно кого у нас в стране, которая при помощи шантажа пытается изменить ситуацию наших выборов. Как вы считаете, чем это может закончиться? Ну, вы знаете, я только бы не стал бы утверждать, что Телеграм принадлежит российским спецслужбам. Но там сложная история. Нет, там сложная история, и там и создатель его, и там сложные отношения и с Россией, и со спецслужбами, и слиянием, и с ключами. Давайте мы сейчас это трогать не будем. Да, они пользуются этим Телеграмом, но Телеграм, как бы наряду, с, может быть, еще с несколькими платформами, является относительно свободным. И там, собственно, им пользуются все. И поэтому, кстати говоря, может быть, они и пользуются этим, что это относительно свободный. Но это задает, кстати говоря, очень серьезный вопрос о том, как свободное общество должно защищать свою свободу. И в том числе, как оно должно защищать свою эту свободу и через те или иные платформы. Вообще, вопрос о защите свободы в свободном обществе, все, что происходит в Соединенных Штатах и во многих западных странах последние годы, это вот вопрос важнее, которого нет. Мы знаем, мы видели, мы стали свидетелями, мы получили уникальную возможность прикоснуться к этому свободному, успешному обществу, к этой успешной, свободной цивилизации. И мы видим, как эту свободную, успешную цивилизацию уничтожают, пользуясь инструментами, которые выросли в рамках этой цивилизации. И это перед нами всеми, перед самой цивилизацией, перед нашим обществом стоит важнейший вопрос. А как мы можем ее защитить? И, соответственно, что должно было быть сделано в рамках нашей же цивилизации для того, чтобы защитить ее? Потому что если этого не сделать, то в рамках самой цивилизации вырастают инструменты, ведущие к ее суициду. Это вопрос такой совершенно нетривиальный. Мы должны понять, на самом деле, почему предшествующие 4,5 столетия или 5 столетий как-то существовала эта цивилизация, что бы ни происходило, какие бы вызовы ни
были предъявлены цивилизации, она справлялась с каждым из этих вызовов. Она впервые не справляется с вызовом этой цивилизации. И главный вызов, хотя есть масса вызовов снаружи, и со стороны путинского режима, и со стороны радикального исламизма, со стороны Китая, со стороны там разных других групп, но самый-то главный вызов изнутри. И этот самый главный вызов изнутри – из сознания значительной части людей, живущих в рамках этого западного общества. Вот эти 160 тысяч, среди них можно там посмотреть было бы и найти, как, кто, значит, там, может быть, является нелегальным мигрантом, кто-то еще, может быть, откуда-то. Но, безусловно, что значительная часть из этих людей, не скажу сейчас какая, но значительная часть, являются американцами, настоящими американцами, родившимися на американской земле, выросшими на американской земле, получившими образование в американских школах, в американских университетах, работающие в американских компаниях. Каким образом это общество, эта нация, которая вырастала на примерах американской революции, на примерах отцов-основателей, на примерах того, что делали американцы и в гражданской войне, и во время Первой мировой, и Второй мировой войны, как воспитывалось на всех этих принципах Декларации независимости, Конституции Соединенных Штатов Америки, Билли о правах, о первой поправке, о второй поправке и так далее. Как вот это общество преобразовывается, и достаточно быстро, как мы видим, преобразовывается в свою прямую противоположность, которая пользуется этим инструментом для того, чтобы ее уничтожить. Я понимаю, мы неоднократно к этому возвращаемся, мы практически каждую нашу встречу к этому возвращаемся, и вот эти примеры, которые мы регулярно видим и которых мы обсуждаем, это дополнительное подтверждение исключительной важности этого вопроса. И еще раз скажу, мы сегодня не собирались это обсуждать, но я хотел бы сказать, что важнейший фронт между свободой и несвободой проходит не где-нибудь, как в сознании каждого человека. И мы видим, что это не просто, так сказать, как-то отгородиться какой-то стеной, это тоже важно. И южная стена, и южная граница – один из самых ярких, видимых примеров этого. Но не менее важное, возможно, еще более важное является линия фронта, которая проходит в сознании каждого человека. Каким образом сознание свободного человека, выросшего в свободном обществе, воспитанного на всех этих принципах, оказывается зараженным, пораженным и фактически уничтоженным ложными идеями, вражескими идеями, которые это разлагают. И здесь, мне кажется, у нас есть, понятно, что это сознание, значит, мы имеем дело с воспитанием и с образованием. Если мы имеем дело с воспитанием и образованием, то, соответственно, мы имеем дело с системой образования и воспитания, в том числе в Соединенных Штатах Америки и в других западных странах. Спрашивается, откуда это берется, почему этого не было раньше, откуда это взялось. Я выскажу одну идею, которая, мне кажется, является очень важной, и мы сейчас ее можем просто затронуть, а затем мы вместе с вами, вы с вашими собеседниками, коллегами это можете продолжить. Мне кажется, важная проблема связана с национализацией образования. Вспомним, как возникли те самые университеты, с которыми ассоциируется возникновение новой свободной цивилизации, западной цивилизации. Те университеты, которые создавались в средние века в Европе, начиная с 11, 12, 13 и последующих веков, организовывались по принципу свободной корпорации. И вот название «universitas», собственно, латинское слово, означало еще не то значение, которого оно прицепилось и приклеилось и стало названием образовательного учреждения, а было как бы использовалось для названия свободной корпорации людей и профессоров, учителей, и студентов, в которой, в корпорации, студенты выбирали преподавателей, а преподаватели имели соответствующую возможность. Как правило, они принимали соответствующих студентов, но если студенты каким-то образом не соответствовали каким-то требованиям, то они уходили тогда. Там не было вмешательства государства. Студенты финансировали свое образование, и существовал внутренний процесс и подбора преподавателей, и подбора студентов.
Как только эти свободные корпорации, свободные сообщества, постепенно, естественно, разрастаясь, стали быть подверженными государственному вмешательству, государственному, прежде всего, финансированию, государственному регулированию, государственному управлению, государственным эндаументом, у государства и у тех групп, которые оказались в государстве, появилась возможность для управления карикулумом, программой обучения, образования, воспитания. Не люди сами определяли, что нужно. И это, кстати, процесс был взаимный и студенческий, и профессорский, потому что преподаватели предлагали то, что считали важным, нужным, к чему они были готовы, и студенты предъявляли спрос на то, что они хотели получить. Вместо этого, вместо, прямо там скажем, свободного рынка идей и запроса на образование, появилось третье лицо, которое стало навязывать то, что нужно делать профессорам, и то, чему нужно обучать студентов. Через несколько поколений государство просто монополизировало эту роль и стало навязывать свою позицию всей этой университетской корпорации. В результате этого процесса у нас получилась система образования в Соединенных Штатах Америки, какая на 95 или на 99% оказалась монополизирована идеологией, нацеленной на уничтожение свободы. Поэтому для того, чтобы справиться с теми вызовами, какие оказались, перед которыми оказалась и западная цивилизация в целом, нам нужно говорить о том, о чем не так много говорилось, а в последнее время, по-моему, в публичной дискуссии почти не говорится, о денационализации образования, о приватизации образования, о выведении образования из-под тотального контроля государства. Те университеты, те колледжи, которые сегодня в тех же самых Соединенных Штатах Америки, еще по-прежнему, те немногие, кто продолжают нести вот факел свободы, это все без исключения частные университеты и частные колледжи. Среди государственных нет ни одного. И это приоткрывает нам, скажем, одну такую вот форточку относительно того направления, по которому следует идти. И второе направление, это мы тоже с этим столкнулись, мы видим, какая интервенция извне осуществляется в систему образования Соединенных Штатов Америки. Ну, в частности, всем стали сейчас хорошо известны эти десятки миллиардов долларов, какие Катар инвестирует в американские университеты, в американскую систему образования, тем самым направляя ее таким образом для того, чтобы просто направить ее против идеалов свободы. Следовательно, возникают очень жесткие требования к тому, как обеспечить независимость национальной системы образования от вмешательства извне, особенно от вмешательства извне от тех источников, какие действительно проводят политику по уничтожению западной цивилизации. Это, по крайней мере, первые два направления, которые очевидным образом встают перед нашими глазами. Это, понятно, программа не на один день и не до 5 ноября этого года, а на десятилетие, на поколение. Но без решения этих вопросов, начиная с сегодняшнего дня и в последующем, вырваться из этой, ну как бы сказать, вот из этой петли, в какую западная цивилизация через западную систему образования оказалась вовлечена, мне кажется, будет невозможным. На самом деле мы эту тему затрагивали, ну, в том или ином, тех или иных аспектах, и здесь можно сказать, несомненно, что это корень тех самых потом зловредных вещей, которые происходят уже во взрослом обществе. И мы наблюдаем это, к сожалению, как это не печально выглядит, несмотря на то, что вы говорили о национализации, но частные наши колледжи, университеты тоже, увы, заражены той же заразой, и мы об этом неоднократно говорили. Почему? Потому что, опять же, финансирование, как вы заметили, идет из того же Катара и, ну, из прочих подобных мест, а что и определяет направление. И кое-кого из вот этих самых молодых людей мы видим сегодня
как раз в окрестностях Чикаго, непосредственно в кофеях или без них, и со всеми теми лозунгами, о которых Елена вот повествовала. Но ведь это долговременная программа. А вот как вы думаете, Трамп, который должен сейчас, несомненно, что-то противопоставлять тому, что, ну, вот тому объему лжи и недостоверного, что разносит не только со съезда, но и наши СМИ, как бы вы, вот, будучи его, предположим, экспертом и советником, сказали, на чем бы вы ему посоветовали фокусироваться? Ну, я, прежде всего, не являюсь ни его экспертом, ни его советником. Это понимаю, да? Но, да. Но тем не менее. Это первое. Второе, мне кажется, учитывая вот просто положение, в каком Трамп находился и в течение 4 лет, когда он был президентом, в течение 3,5 лет, когда он находится вне президентства, и учитывая беспрецедентный вал атак на него по всем направлениям, я, честно говоря, как по-человечески изумляюсь тому, как он, где и как он находит силы всему этому противостоять, всему этому, вот, против всего этого бороться, не терять присутствие духа и заряжать, между прочим, своей энергией, своими эмоциями позитивными и своими надеждами огромное количество людей. И даже вот этот перед нами стоящий образ этого Трампа сразу же после покушения, несмотря на то, что вот он буквально действительно находился в миллиметрах от гибели, тут же он поднимается и, обращаясь к публике с этим сокровавленным лицом, скандирует «бороться, бороться, бороться». То есть в этом смысле у меня нет сомнений в его личном подходе, вот, в его личной преданности своему собственному вот, представлению о том, что является правильным, что является должным и чего допустить ни в коем случае нельзя. Конечно, никто, и в том числе и Трамп, не является ангелом и не является лицом, который знает безошибочно ответы на все вопросы. И в этом смысле ему нужна помощь. Ему нужна помощь многих людей, ему нужна помощь миллионов. И эта помощь действительно может и должна быть оказана. И в том числе по многим направлениям, в том числе и по направлениям образовательным, долгосрочным и краткосрочным. В краткосрочной программе остающихся сейчас меньше, чем 3 месяцев до выборов 5-го, 2,5 месяца остается, до 5 ноября, как мне кажется, для него важнее всего было бы правильным сосредоточиться не на тех или иных достоинствах или недостатках кандидатов в президенты, они очевидны, как мне кажется, нормальному человеку. А мне кажется, важнее сосредоточиться на том, что он может принести американскому обществу по сравнению с оппонентом. И чем Соединенные Штаты при его президентстве могли бы и будут отличаться от Соединенных Штатов при оппоненте. И мне кажется, здесь просто бездонное поле, безграничное поле для демонстрации отличий, тем более, что сейчас появляются, вот мы только начали говорить, первые сколько-нибудь связанные выступления о том, какое будущее рисует Камала и ее команда Соединенным Штатам Америки. Ну, прямо скажем, в экономическом плане это концлагерь. И так, ну, собственно, надо говорить, это концлагерь экономический. В политическом плане, в моральном, впрочем, там есть соответствующие тоже оценки, и мы, без сомнения, увидим и слышим немало в этом направлении. Мне кажется, было бы более правильным, если бы Трамп и его команда сосредоточатся именно на этом. На том, чем завтрашний день для Америки, для американского общества, для каждого американца будет отличаться при двух возможных вариантах. Вы знаете, из радостного... Наконец-то президент Колумбийского университета Минор Шафик подала в отставку, она ушла. Она – это тот человек, который, в общем-то, не сделала ничего во время вот этого буйного антисемитизма, который был вот в кампусе Колумбийского университета. Я не знаю,
отставка ее повлияет ли на дальнейшую судьбу университета, в котором имплементированы все прохамасовские лозунги, они являются частью этого университета. Многие спонсоры покидают Колумбийский университет и не собираются с ним не иметь ничего общего. Мы говорим об образовании. Это частное образование, которое стоит больших денег. Огромных денег. Эти деньги проплачены Катаром. Эти деньги проплачены не только Катаром. Там китайских очень много денег. И всегда были. И китайская компартия скупает целые ряды, можно сказать, для своих абитуриентов. Но мы сейчас о приятном. Вы сказали о том, что на чем должен сосредоточиться Трамп. Он сделал предложение Илону Маску в понедельник, вчера, и предложил ему занять должность советника в его администрации, если его переизберут в ноябре. Илон Маск дословно написал в своем твиттере: «Я готов служить». В твиттере вечером в понедельник, разместив на нем, по-видимому, созданное искусственным интеллектом изображение себя за трибуной Департамента эффективности государственного управления. Вот если будет создан такой Департамент эффективности государственного управления, туда войдет Маск. Как вы считаете, насколько все это может быть эффективно? Вы знаете, ну, во-первых, хорошо, что они занимаются обменом таким любезностей. Это в любом случае полезная история. Это показывает, что, несмотря на то, что мы говорим, много действительно есть негативного, но здесь действительно есть позитивные вещи. По крайней мере, мы видим, что как минимум половина населения Соединенных Штатов Америки, половина американского общества еще не потеряла голову и сохраняет свое сознание, сохраняет адекватное представление о мире. И есть яркие представители, в том числе и вот такого рода, как Илон Маск, какие не только сохраняют голову, но и сохраняют даже по сравнению с искусственным интеллектом интересные идеи. Значит, я думаю, что все-таки самое главное было бы не столько создавать новый департамент эффективности государственного управления, сколько ликвидировать ненужные департаменты государственного управления, какие существуют сейчас. Одно из них мы затронули аккуратненько в предшествующем сегменте нашего разговора. Министерство образования и контроля за образовательными программами. Вот мне кажется, вот это можно было бы ликвидировать, и эта ликвидация будет не только не нанесет никакого вреда, а принесет немало пользы. Но осмотр, внимательный осмотр системы американского государства выявит немалое количество и других институтов, организаций, министерств и ведомств, которые необходимо либо сократить, либо полностью ликвидировать. Самые лучшие периоды экономического роста, процветания Соединенных Штатов Америки, это последняя треть XIX века, которая так с легкой руки, по-моему, Марка Твена получила название «Gilded Age». Такой позолоченный век. И затем Roaring Twenties, ревущие 20-е. Если посмотреть, какими были государственные расходы в тот и другой период, то сегодняшнему жителю Соединенных Штатов Америки и вообще сегодняшнему гражданину, это все эти цифры покажутся шоком. Потому что сегодня государство Соединенных Штатов Америки потребляет 35% ВВП. Ну, грубо говоря, из 100 долларов, которые зарабатывает страна, 35 так или иначе уходит на государство и проходит через государство. В ревущие 40-е через государство проходило 10-11%. А во время позолоченного века 3-4%. И, видимо, неудивительно, что именно потому они оказались ревущими 20-ми и позолоченным веком, потому что экономика стремительно развивалась, потому что не было этого бремени. Не было бремени налогов, не было бремени расходов, не было бремени государственного регулирования, не было вот этой сомма из тысяч, десятков, сотен тысяч и миллионов лиц, которые пользуются продуктом, созданным действительно руками, умом,
творчеством миллионов людей на самих себя, и которые лишают других американцев возможности создавать новое. Произошло, я об этом говорил в специальной лекции, и, может быть, в какой-то раз, может быть, отдельно, может быть, здесь больше посвятить времени на время нашего разговора. До 1999 года, не до 2000, а именно до 1999 года, наблюдалось в течение 500 лет устойчивая тенденция увеличения разрыва в уровнях экономического развития западных обществ, частью которой являются Соединенные Штаты Америки. США, естественно, подключились к этому позже. Они не подключились в 1500 году, они это сделали немножко попозже, на полтора столетия попозже. Но тем не менее, западные общества увеличивали свой разрыв, отрыв по уровню экономического развития от всех других обществ. Исламских, православных, буддийских, ну и всех остальных. Они увеличивали отрыв, потому что машина вот самой западной цивилизации была создана такой, что она работала на меритократию, на поиск талантов, на поиск уникальных людей, поддержку их, поиск, поддержку, развитие, укрепление. В 99-м году, судя по статистике, эта машинка сломалась. И с 99-го года, последнюю четверть века до сегодняшнего дня, разрыв между странами, представляющими западную цивилизацию, и остальные цивилизации сокращается, причем сокращается рекордными темпами. Это говорит не только о том, что другие цивилизации нашли способ, как поддерживать каких-то там способных людей, но то, что этот механизм сломался в западной цивилизации. А он сломался не случайно и не ошибочно. Его сломали. Его сломали те люди, о которых мы говорили чуть раньше, о которых говорили и не раз с вами до того, и о чем неоднократно говорят, и вы говорите вместе с вашими собеседниками. До тех пор, пока эта машинка не будет восстановлена, или вместо нее не будет создана новая машинка меритократии, не моронократии, мягко скажем по-английски идиот, то есть система, которая способствует поддержанию развития людей не по их способностям, а по какому-то другому критерию, по цвету кожи, по должности, по позиции, по другим принципам, не по заслугам. Вот до тех пор, пока этот механизм не будет восстановлен, шансов у западной цивилизации в целом и у Соединенных Штатов в частности нет. Следовательно, если такой талантливый человек, как Илон Маск, вместе с таким способным политическим деятелем и государственным деятелем, как Дональдом Трампом, займутся не созданием механизма повышения эффективности государственного управления, а созданием механизма восстановления меритократии для всего американского общества, вот это была бы, как мне кажется, классная идея, и это действительно давало бы шанс и в краткосрочной перспективе, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе действительно выход из этого системного кризиса, в котором находятся и Штаты, и западная цивилизация в целом. Вот вы говорите, жалко, что Трамп не имеет Андрея Илларионова в советниках. Как раз такого рода советы очень бы пригодились. Хотя мы надеемся, что да, в команде существуют люди у Трампа, которые и в экономике понимают, и в сфере образования, и как раз не за большое государство уж точно, памятуя старое доброе рейгановское. Хотя часто говорят, что Трамп не придерживается тех самых классических вариантов. Ну, наверное, пару последних вопросов, которые я начну. С такого, может быть, тоже очень общего, но тем не менее, как вы считаете, что может принести, я не говорю уже только Америке, миру, приход Камалы Харрис, и что может принести приход Трампа? То есть имеется в виду, насколько то или иное может очень серьезно повлиять на события в европейском континенте, на Ближнем Востоке. Главный вывод, мы уже сказали об этом, с точки зрения экономики, это очевидно, это экономический концлагерь, и не случайно, что даже Вашингтон-Пост или какие-то другие американские газеты это поняли.
И они опасаются и за себя, в частности, и за то, что такая откровенная пропаганда столь нелепых и столь ужасных, и столь отвратительных идей может не позволить осуществить успех для Камалы. Поэтому их ситуация понятна. То есть кто к чему призывает и кто что будет делать Камала в том случае, если, не дай бог, она окажется в кресле президента Соединенных Штатов Америки, понятно. Понятно, что и произойдет в том случае, если там окажется Трамп. Там ничего такого голубого, розового и однозначно успешного не будет. Будет тяжелейшая борьба. Вот это надо иметь в виду в любом случае. Даже в том случае, если Трамп победит, мы понимаем, что за один день и за одну ночь ничего не изменится. Предстоит невероятная по сложности, по трудности, по тяжести работа, которая займет очень много времени, и она без гарантии на успех, прямо скажем. Она без гарантии успеха и на внутреннем фронте, она без гарантии успеха на внешнем фронте, потому что у правильной части Соединенных Штатов Америки, у свободной части Соединенных Штатов Америки очень много врагов не только внутри страны, но и за рубежом. И именно они выбирают в качестве своего противника не Камалу, именно Трампа. И неудивительно, что вот то, что команда Трампа была хакнута, вот, собственно говоря, ее избирательная кампания, кем была? Ираном. А какое отношение покушавшийся на жизнь Трампа имел и с теми или иными внешними силами, остается большим вопросительным знаком. Какое отношение к этому имеет ФБР или какие-то силы ФБР, которые немедленно ликвидировали следы на крыше этого сарая, с которых он стрелял, а сейчас уже, как мы знаем, и подвергли кремации тело убийцы, соответственно, уничтожив какие бы то ни было следы и возможность анализа того, что произошло. Это тоже все говорит о том, что врагов у Трампа и тех людей, кого представляет Трамп у свободной части Соединенных Штатов Америки, очень много и внутри страны, и за рубежом. Эта работа не будет легкой, она не будет простой, она будет тяжелой. И она может сопровождаться, и гарантированно будет сопровождаться большим количеством кризисов и проблем, где всегда будут подставлять подножки. Мы видели эти беснующие толпы, вот Елена рассказала об этом. Я смотрел на эти фанатичные лица, и я смотрел, какая разница между двумя конвенциями. Конвенциями республиканцев, там вроде бы, казалось, внешне вроде очень похоже, да? То есть там люди тоже есть, они тоже поднимают плакаты, они тоже аплодируют, они там тоже. Но какие лица? Вот психолог или там просто медик, он тут же просто покажет, где есть люди осознанные, которые внимательно слушают, что говорят выступающие, и реагируют не сразу, немедленно, а тогда, когда вот этот нервный импульс доходит, они осознают и соответствующим образом реагируют. До тех даже не доходит этот импульс. Они просто как по команде начинают подпрыгивать и начинают кричать, и этот фанатизм, он лезет из них. Раньше такой фанатизм видел только в секторе Газа. Ну и еще у этих самых путинских толп, некоторых, даже не всех, потому что даже Путину не удается заводить до фанатизма слишком большое количество людей. Ну еще в некоторых таких местах. У китайских хунвенбинов. И это мы видим здесь. Поэтому еще раз скажу, что борьба будет очень нелегкой, непростой. И, между прочим, даже не дай бог, но если такое произойдет, что результаты выборов будут не такими, как мы хотели бы, борьба не закончится 6 ноября. Это должны все знать. И несмотря на то, что мы надеемся, что такого не произойдет, тем не менее, какими бы ни были результаты выборов 5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах Америки, лозунг, который произнес Трамп 13 июля, и лозунг, который произнес Уинстон Черчилль в мае 40-го года, остается прежний. Независимо от того, где мы будем, на пляжах или в дюнах, или на улицах наших городов, мы никогда не сдадимся. Мы будем бороться. Это верно для Британии 40-го года, для Соединенных Штатов 24-го года, для любого другого места на нашей планете.
до тех пор, пока есть свободные люди, которые отстаивают идеи свободы и человеческого достоинства, мы никогда не будем сдаваться и будем бороться за это, независимо от того, что будет происходить вокруг нас, и независимо от того, что будет происходить с теми или иными лидерами, кто сегодня возглавляет это движение. Уинстон Черчилль произносил эту речь во время войны, когда был внешний враг. Мы сейчас говорим о внутренних врагах. О внутренних врагах и внешних, которые помогают внутренним врагам. Это очень важно осознавать. Важно осознавать, что количество полезных идиотов в нашем обществе зашкаливает. Я вчера смотрела выступление Хиллари Клинтон. Я получила удовольствие. Большего вранья. Знаете, маска «Я тебя знаю». Вот это примерно выглядело так. Она лгала, как дышит. Вот, и лжет, как дышит. И все они занимаются этим же. Но мне понравилось, я это выставила у себя в Фейсбуке. Я сделала скриншоты просто. CNN, вещание CNN и комментарии, онлайн-комментарии. Практически 90% всех комментариев заканчивалось MAGA 2024. Практически они сами работают. Они настолько деструктивны, что они сами работают на Дональда Трампа. В своих речах, в своей лжи. Но мы говорим еще о главном враге, который существует, и который, к сожалению, в прошлый раз Дональд Трамп не смог победить. Мы говорим о Всемирном экономическом форуме, о великой перезагрузке, под лозунгами которых идут и шли и Барак Обама, и его вице-президент, нынешний президент Байден, и, естественно, Камала Харрис, и, естественно, вся вот эта тусовка давосских старцев, она продолжает свою деструктивную деятельность, и она будет сопротивляться до последнего. Например, Евросоюз вообще хочет закрыть теперь Twitter, X, просто закрыть, потому что им не нравится это все. И вот эта большая цензура, и большой брат, и все остальное, исходящее оттуда. Как вы считаете, способен ли один Трамп, вот этот человек, который восстал против системы, способен ли он победить систему? Ну, во-первых, это не система. Это система. Как вы правильно сказали, нет, там есть и система, там есть враги, есть внутренние, внешние, они объединились, по-разному объясняются и так далее. Это понятно, да. Но, в общем, не надо недооценивать как бы силы сторонников свободы тоже. Это не только один Дональд Трамп. При всем уважении к нему и к его исключительным способностям. Один он, конечно, победить не сможет. Победить могут только миллионы, объединенные вместе, работающие вместе, продолжающие борьбу, не слагающие оружие, не сдающиеся, которые продолжают говорить «fight, fight, fight». Вот миллионы таких людей, которые отстаивают эту позицию, да, у них есть шанс. И поэтому надо не забывать ни нашего Дональда Трампа одного, ни друг друга, помогать друг другу, помогать нам всем вместе. И если они объединяются, за рубежом и внутри, то мы должны делать точно, по крайней мере, мы не должны отказываться от этого. Мы тоже должны объединяться, тоже должны действовать вместе. И не сдаваться. Не сдавать ни одну позицию без боя. Вообще не сдавать их. Совершенно да. Точно. Да, абсолютно точно. Да. Ну, собственно, мы садимся каждый раз рассказывать и говорить правду. Это наша борьба, это наш, знаете, мой объект, вот эта стрелка. Вот это наша стрелка, куда мы приходим для того, чтобы донести слова правды. Это главное, что мы можем сделать. Ну, и объединительное, да, ну, само собой голосовать, время придет, но насчет объединительного мы всячески это поддерживаем. Со своими сторонниками мы всегда открыты и всегда готовы кооперироваться во всех хороших делах. И в частности я могу сказать, что вот и с Андреем Ларионовым у нас уже сложилось, ну, можно сказать, достаточно долгая и добрая дружба, и теперь я рекомендую нашим зрителям, слушателям, читателям
приходить на канал Андрея, несомненно, потому что там появляются те материалы, которые привлекают, как всегда, внимание, как и все его аналитические статьи. Так что это уже, господа, к вам, к нашим зрителям и читателям. Ну, кто-то слушает, значит, и слушателям. Приходите в «Континент», приходите на канал Андрея Илларионова, его «Живой журнал». И если вы вдруг обнаружите, что вы уже где-то это видели, а значит, вы могли видеть у нас и у других коллег то, что пишет Андрей, то, что записывает сейчас, то ничего страшного. Если не послушаете второй раз, то, по крайней мере, отметите, ага, мы не пропустим. То есть, подписавшись на нас, подписавшись на канал Андрея Илларионова, вы явно не пропустите, а это уже большое дело. Андрей, спасибо большое. Было очень интересно, как всегда, обсудить текущие наши новости, события. И, несмотря на всю занятость, я понимаю, она у вас, она у всех нас, но я надеюсь, что очередная встреча произойдет, и это будет уже осенью, и это будет, ну, возможно, и в сентябре. Игорь, спасибо вам за добрые слова, спасибо за рекламу и за поддержку канала. Алла Верды, в поддержку вашего канала. Елена, спасибо вам за приятную и полезную встречу. Всего доброго, до новых встреч. До новых встреч. Спасибо всем, до свидания.